Всем здравствуйте! Сейчас будет произведение, которое по праву можно назвать, если не продолжением, то хорошей альтернативой стихотворения из ролика номер 10. Спасибо человеку, который нацелил меня на этого поэта. Губанов Леонид Георгиевич. Растаяли. А может быть, расстались. Лицо темница всех моих вопросов. Сокровища, все острова состарились, и нерушимых клятв сожгли обозы. Растаяли, а может быть, простились, остыли на земле простоволосой. Каким же мы отчаянием мастились. Душа темница всех моих вопросов. Когда я нажимаю на перо, как будто на курок я нажимаю, Снегурочки на счастье намело. Расстрелянные годы оживают, как много крови, а потом воды. Все утекло, но не подайте вида. Я весь перебинтован. Ну а ты? Моя беда, победа и обида. Я знаю, что в кольчуге старых слов бессмысленен наш робкий поединок. Шрам глубже стал. Он превратился в ров и сплетнями покрыт, как паутиной. На дне его я видел ваш портрет. 2-3 письма, забытое колечко и разговор, которому 100 лет. Простимся? Нет. Расстанемся? Конечно. Я к вам уже навеки не приду. А если увижу, вздрогну тихо, как будто на могильную плиту, где фото есть, знакомая до крика. Злорадно, как подвыпивший палач, шепну на ушко проходящей жертве: не верьте мне, моя душа из жести, и казнь была одной из неудач. Я уши от допросов залепил лиловым воском, головою бился, ведь я свою же бабу зарубил. Попутал в темноте, видать, ошибся. Мне кажется, с тех пор проходит где-то рядом, в шарфе кутаясь, забыв тот окровавленный топор, моя свобода, а, быть может, мудрость. Растаяли, но мы с тобой не снег. Скорее мы стремительно упали, как две звезды, целуя все и всех своими раскаленными губами. А кто-нибудь на нас смотрел в тиши, загадывая хрупкое желание, чтоб только для его слепой души осталась ты хоть капельку живая. В жестокий век убийц, а не святых. Прости мне, ангел, мой угрюмый почерк, но мне милей увядшие цветы, как звезды те, что умирают ночью. Спасибо.